Вусап-усап, ребят, ну что, наконец-то! В этом ролике мы возвращаемся во вторую главу Fortnite. Что ж, в этом ролике я хочу посмотреть боевой пропуск. Также, конечно же, мы зайдем на карту Королевской битвы, побегаем, посмотрим, и действительно ли все как было раньше, или все-таки уже все бесследно изменилось. Это все мы узнаем. Надеюсь, вам понравится видос, поэтому досмотрите до конца, поделитесь с друзьями, ну и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Let's go! Итак, ну что, мы в игре, дорогие друзья. Я думаю, сразу будем чекать боевой пропуск. Но перед этим, конечно же, давайте зайдем в шкафчик. Оу, шкафчик изменился, охренеть! Что это? Просмотрено. О, можно сразу почистить все, что... Отлично, просмотрено. Найс, наконец-то есть кнопка отметить все как просмотренное. Неужели? Ура! Так, теперь можно, я так понимаю, если мы пролистываем вниз, да, у нас здесь будут... А, не, не будут. Комплекты, вот, посмотрите. Не, комплекты, это какие-то лего... Так, я запутался уже! Что за херня? Друзья, где загрузить? А-а-а, вот оно как! Вот оно как, можно загрузить. Тут у меня, кстати, все пресеты с рандомного скин-челленджа. Если еще не видели, чекните, есть на канале. Так, ну я теперь могу, допустим, взять себе пресет, да? Давайте соберем пресет второй главы. Знаете, что я думаю взять? Думаю взять Travis Scott, you know, Travis Scott. Ну, естественно, со звездным жезлом сойдет. Бэкпак я не буду брать. А вот на чем он будет летать, ну, наверное. Не, это не очень. Давайте, что это за корона? Леброн Джеймс. Я думаю, знаете, что возьму? Возьму что-нибудь такое простенькое. Да вот, все, вот это. Доску серебряного серфера возьму, хоть она и, возможно, не из второй главы, хотя, может, и со второй, я уже и не помню. В общем, вот такой вот пресетик, допустим, сохраняем себе, да, сохранить как новый. Travis, бэм, все, отлично. Так, все, ко второй главе готовы, let's go, я первый уровень, кстати. Боевой пропуск, давайте смотреть. Итак, получить боевой пропуск. Нормально. Так, ну что, берем боевой пропуск, ребята. Купить. Ну, я беру обычный, без уровней. Покупка. Сюда! Let's go! Боевой пропуск открыт. И вот он, первый скинчик, который нас встречает. Отлично, получить все. Let's go. Будем прокачивать. Смотрим. Это очень... Это, ребята, это будет очень быстро. Очень быстро. Буквально вот... Значит, смотрите, вот такой скин сразу, да, то есть тут можно посмотреть, ну, вот такой обычный, вот так для лего-версии, прикольно, забавно, нормально. Это, кстати, женская версия агента Хаоса получается, правильно? А что это за трек? Мне очень нравится, это что за трек? Это что, Трэвис? Это какой-то такой друг Трэвиса? Следующая у нас белая версия. Ну, кстати, белая версия как будто тоже плюс вайп. Неплохо, мне нравится. Вебаксы, Кирочка. Кстати, это вроде не новая версия Кирки, но оригинально. Так, вот это, такие вот крылышки. Кстати, какой-то сезон с жижей, помните? Вот сезон с жижей, вот эта тема. Туда как будто больше подходит. Что у нас тут? Мини-бильярд. Ух ты. Прикольно, прикольно. Боевой кий. Ну, палки у нас уже много палок. Ну и, собственно, первый мужичок. Ну, я не знаю. Ну, норм, наверное. Кто вообще мужские скины юзает? Я не знаю. Вот, агент Грёза. Какая милая девочка. Вы посмотрите, какая такая милашка. Ой, какая хорошая. Еще и лего-версия, это прям вообще... Ну, у нее, кстати, да, у нее еще разные стили. То есть дальше будет, по-моему, да, вот такой стиль у нее еще есть. Прикольно, прикольно, кстати. Такая теневая, полуночная. Что у нас еще? Кирка, бэкпак. Маленький, кстати, удобный. А, еще и гитара у нее, да, это для этого, для режима фестиваля. Прикольно, прикольно. Идем дальше. Ну, мистер Мяудас. Мистер Мяудас. А, ребят, честно вам скажу, трэш. Полный трэш. Я не знаю, мне вообще этот скин не нравится. Он очень странно выглядит. Прям вот по-ублюдски, я бы сказал. Не знаю, как бы относитесь как хотите. Это мое личное мнение, абсолютно субъективно. Я думаю, многим из вас он понравится. Скорее всего, многие из вас будут гонять на этом скинчике. Ну, прикольно, но мне вообще не нравится. Просто я вам искренне свое мнение говорю. Ну, бэкпак, кстати, прикольный. Мышка такая сзади, прям забавно. Так, и что у нас последний? Это у нас теневой мистер Мяудас. Угу. Слушайте, как-то скудно. Как-то скудненько по БП. Подожди,
Это же... Вообще, это музычка из старого чаптера, да, это из второй главы, но, насколько я знаю... Подожди, это случайно не вот это? Не в Мадагаскаре ли вот это, когда выходит, значит, этот бегемот из грязюки? Мне вот это напомнило, реально. Это вот как будто оно. Блин. О, кстати, вот это охеренный. Вот это охеренный дельтаплан, ребята. Вот это прям имба. Я бы брал боевой пропуск вот только из-за этого дельтаплана. Это реально крутой. Он, скорее всего, еще на нем стоишь, правильно? На нем будешь стоя лететь. Вот это прям топчик. Слушайте, ну, БП какой-то скудненький. Есть дополнительные награды, например, да, вот экран... Это что, экран загрузки? Динамит. Ну и есть еще отряд Fortnite. Кому это... Кому выгоднее Fortnite отряд, берите Fortnite отряд. Вот. Тут еще другие скины есть, какие-то, да, секретные скины. Скорее всего, здесь будет Snoop Dogg, правильно? Где Snoop Dogg? Где обещанный Snoop Dogg? А где Juice WRLD? Juice WRLD из трейлера! Где он? Почему его нет в БП? Там вроде как еще... А! Пропуск! Это чё? А! Боевой пропуск? Пропуск! Чё? Какой-то новый музыкальный пропуск. Это что такое? А кого хера еще несколько пропусков разных мне тут? А, так вот здесь, наверное, будет Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg? Подожди. Посмотреть награду. Ну да, вот 93-й Snoop Dogg. Имба. Подожди, а где еще? Ну давайте купим. Ну что, а что? Все-таки вторая глава. Конечно, давайте купим, возьмем Snoop Dogg. Моментально получим. И вот это все, что я получу, что ли? О, это что? Классный трек. Это Big Sin вроде, да? Это имбовый трек. Так, ну что, ребят, запускаем каточку. Но я думаю, лучше, наверное, поставить рейтинг. Потому что ботов миллиарды. В последних главах это прям большая проблема. Я думаю, лучше с рейтингом. Кстати, насчет рейтинга. Если хотите посмотреть, как я играю рейтинг, это можно сделать на моих стримах. Правильно, заходите. Буду ждать вас в чатике. Окей, let's go. Начинаем. Поехали! Наконец-то! Fortnite! Let's go! О, а чё, автобус Эминема? Чё это такое? 3-9. Вау, ребята, боже мой! Чаптер 2! Чаптер 2, куда лететь? Куда лететь? О, вышка, нефтевышка! Подожди, где? Тут! Городок! Городок! Ну, естественно, на агентство! Естественно! Естественно, на агентство Snoop Dogg'а получается. Или лучше... О, давайте лучше в кинотеатр, а потом если что в агентство зайду. Первая лока, куда я полечу в этом сезоне. Кинотеатр. Кошмарный кинотеатр. Блин, у меня мурашки. Честно вам скажу, у меня мурашки. У меня просто мурашит. Мурашит максимально меня. Я в шоке вообще. О, типы уже тоже сюда летят. Найс. Так, еще сюда. Помню, по-моему, вот здесь где-то был сундук. Тихо. Да нет, братанчик. Офигеть, это пушка. У него снопа. Не-не-не, братан, я не могу отлететь от первого челика в первой же катке. Не могу, это противозаконно. Офигеть, мне выпала бинтопушка. Спокойно, спокойно. Я слышу, там еще тип есть. Давайте подождем, давайте подождем. Может он выйдет сюда? Не? А, он сверху, что? Ну твою ж мать! Ну ты сус! В смысле, он сверху был? Какого хера он сверху был? Без ранга. Так, какой ранг дадут? Золото 2! Вот так вот сразу, да? Ну окей. Блин, ну это трэш! Ну это фулл трэш! 50 на 50! Я вообще не понял, что чел сверху был. Он, я слышал, он внизу копошился на первом этаже и что-то лазил. Ребят, я думаю, многие уже подустали от королевской битвы и частенько бегают в творчаке. Именно поэтому мы выпустили одну из самых крутых карт в Fortnite. Скайблоки. Это привычные файты вроде зон варсов с другими игроками, но с уникальными особенностями. Разные тематики внешнего вида карты и лутпула делают ее реально интересной. Но самое крутое, это то, что мы максимально внимательно просчитали баланс, чтобы карта подошла как для казуалов, так и для всех, кто уже давно и много играет. На карте также есть паркур и боксфайты, чтобы было не скучно между раундами. Ну и конечно же, можно фармить очень много опыта для боевого пропуска и прокачки уровней в игре. Заходите, играйте, ставьте лайк и добавляйте карту в избранное. Спасибо. Так, ну, на этот раз я полечу все-таки на городог. Городог. Че это?
Офигеть, тут еще и все играет, тут еще вся эта музыка, боже мой, это же вообще жесть. Это что, эмка? Найс, это эмочка. Snoop Dogg качает. Какой же плюс вайп. Подожди, что у меня? Это новые буги-бомбы? Snoop Bomba? Опа-мпа, найс, плюс вайп. Так, ну эта пушка, наверное, в зарубилде будет прикольная. Ага, вот тип. Плюс вайп, let's go. Заберем вот это. Блин, граплер, боже, что? To the one, to the one, to the sea, to the tip. Что у меня не ставится? У меня ничего не ставится, что? Здесь нельзя было постройки ставить, что? Почему? А, нет. Мне нужно уйти, мне нужно уйти, мне нужно уйти, мне нужно уйти. О, тут еще и дырочки есть. Ох ты ж, твою ж налево. Чё происходит? Боже, можно, пожалуйста, аптеку? Спасибо огромное. Как будто плюс вайп. Офигеть, да что происходит? Я в шоке вообще, боже, я в какую игру играю? Это кто, Fortnite вообще, или кто это? Какой же плюс вайп? Ага, 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 так. Так, там Snoop Dogg. Где тип? Ага, вот тип. Не? Какой я тупой! Тихо, подожди, я левну. Че я сделал? Все, я в коробе, я сяду в коробе, буду сидеть. Все, ББ. Блин, какой же плюс вайп, охренеть! Ладно, нет, это для другого видоса. А я могу редать? А я могу... Я могу строиться в коробке? А так всегда было? Так, ну это слетает, окей, если я кирку юзаю, это слетает. Подожди, я всегда мог строиться в коробке? Когда на мне коробок? Я вот этого не помню. Такого я точно не помню, ребят. Офигеть. Чё? Так, ну это все, это надо фармить, да, фармить надо. Ну да. Та-ла-ла-ла-ла. Истамадамадабури. Блин, мне шилды нужны срочно, просто срочно. Я, кстати, заметил эту еще чуть-чуть сместили, видите, индикатор ХП. Верстаки, охренеть, охренеть, верстаки. Боже мой, это такая имба. Ага, так, я понял, это уже здесь, да, это вот здесь уже. Что там закладываешь? У меня тоже есть. Но я уже, конечно, я не привык к ракетнице, блин. Так, ну, типы, короче, вот это место, здесь у нас хранилище, по идее. Сейчас типы будут сбегаться, у меня мало ХП. А вот здесь можно пролезть? Плюс уровень сюда. Плюс уровень, плюс уровень. А может мы просто дождемся? О, money, 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 money. Может мы просто дождемся, когда кто-нибудь придет лутать хранилище? Возможно, отсюда чел будет идти. Гранаты, боже, гранаты обычные. Да. Какой же плюс вайб. Единственное, знаете, от чего нету вайба? От 21 ремейна. Вторая буря, 21 ремейн. Ну это, конечно, кринж, да. Ну, чтобы это пофиксить, я не знаю, что должно произойти. Скар. Let's go. О, стоп, какой скар? Я Лексераим, бабочки, я Лексераимчик. А, дилей, боже, какой дилей огромный. Или это уже... Какой огромный дилей! Это уже не Елексераим! Не было такого дилея! Охренеть! Ну да, все, меня даже убьют сейчас. Ладно, ливаем. Они прям слишком сильно понерфили. Ну ё-моё, ну это никуда не годится реально. Я стреляю прям, и мне нужно ждать секунду, пока следующий залп могу сделать. А, да чтоб тебя, сук! Тут еще несколько типов. Потничьи сраные. Ага, вон один вижу. Плюс вайп. Ладно, я пока ливну. Короче, этот чел, он слишком какой-то непонятный. Я все-таки хочу посмотреть карту еще. И мне нужен шилд. Да? А, да, а, вот так вот. Да, у тебя нормально все с уроном, бро? Вообще все отлично с уроном. Вообще отлично, замечательно все с уроном.
просто супер. Ну да, сейчас очень многие играют, которые прям задроты. Слушай, я не хочу вообще с этим. Давай мы с тобой встретимся там уже куда-нибудь, ближе к топу. У меня самая первая катка, вторая катка, и я вообще не хочу вот это заниматься этой ерундой, потеть, что-то выдумывать, файтиться с тобой. Давай, я просто хочу карту посмотреть, братанчик. Офигеть, тут тачки, это же снупдоговская тачка вроде. Блин, я помню этот момент, когда я ел здесь грибы. Что? Разлом? Здесь разломы? Ну, опять, сука, это тот тип, он за мной просто бежит. Глянь на него. Ну, глянь. Ну, это дурочка просто, ну, тут без шансов, да. Ну, тут тип просто, я не знаю, он 24/7 в игре сидит, скорее всего. Ладно, ладно, ничего страшного, нормально. Нефтевышка, let's go. Что тут у нас на нефтевышке? Так, ну я чутка опоздал на самом деле. О, воега. Блин, эти боты воега, это же вообще раз... Тут сюда его поднести надо, да? Точно, точно, помню, сюда надо бота поднести, нокнутого. Так, динамит я вижу. Не понял. Я понял, у тебя уже ресы есть. Молодец, красавчик. Еще кто-то? А, это бот. Куда ты лезешь? Да, это бот, походу. Так, шпион. Нести шпиона. Где тут? Где сундук? Ты сломал сундук? Скотина драная. Ты что, сломала сундук? Он свой сундук сломал. От падла, а. Вали отсюда тогда. В море тебя. Вот там же сундук стоял, правильно? Или меня уже глючит, может, я не знаю. Так, лучше помпу возьму. Хотя синий тактик тоже плюс вайп, как будто бы. Слушайте, ну, динамит, как будто бы. Что? А, она за меня теперь? А, все, окей. Думал, нихера себе резнулась, нормальная подруга. С тобой обняться? Иди сюда, иди. Что, в смысле, ладно, забудь. Нормально. Так, окей, у меня есть бот, офигеть. Кстати, в режиме, в ранкеде. Я с ботом в ранкеде, так сказать. По-моему, вот здесь где-то у нас. Как сюда попасть? Блин, я не помню. Вот так, вот так. Боже мой, сколько здесь всяких. Ух ты, блин, сколько здесь всего, ребята. Пистолет, о, этот пистолет. Кто там ломает? Я, а тут может еще кто-то быть? Блин, ну в теории реально же может кто-то прийти еще или нет? Дробовик из этого падает? А, такой. Так, один сундук я не буду открывать, чтобы просто звук был от него. А, здесь нельзя сидеть? А! Фу, бляха, ты меня напугала! Фу, у меня аж сердце дрогнуло! Не, по идее типов уже не будет, да? Уже никого, наверное. Ну да, уже такой... Уже 25 ремейк... Блин, вот как будто единственное, что хотелось бы еще все-таки в этой OG главе, это все-таки ремейн. Самое главное, самое основное, чего эпики вряд ли когда-либо пофиксят, потому что слишком много очень сильных игроков, и, ну, которые 24/7 сидят в игре, слишком большая, как бы, разбежность по скиллу, так сказать. То есть тут как бы нет людей, которые средненько играют, ну, типа таких, как я. Я считаю, что я такой среднего уровня игры. Вот, ну, ладно, чё, let's go. Чё, получается, блин, получается, что Елексера им теперь... Да, Елексера им теперь вообще минус вайп. Ну, реально. Или она всегда так стреляла? Может, я уже отвык? Либо я привыкал к мифической, которая быстро стреляет? Может, я к той привык сильно просто? Офигеть, я сейчас на лодке поплыву. Ребята, я сейчас поплыву на лодке. Блин, ну это, конечно, что-то с чем-то, ребята. Офигеть. Я плыву на лодке в Фортнайте. Нектарная низина. Надо зайти проверить, как там она поживает. Нектарная низинка. Лютый вайбик. Ой-ой-ой-ой, где я просто? Ах, я в шоке.
Ой-о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 й, кто это мне стрельнул? Ага, вон он на машине, да, едет? Вот это ты мне стрелял, да? Охренеть, это гений игры. Ух, сотку, на! Он хилит, он сейчас все захилит в этом ручейке. Там ручеек, который хилит офигенно. Ну и ладно. Ну я тебе еще впилю разочек. Хочешь ко мне подняться? Давай, у меня буги-бомбы здесь. Я тебя жду, братан. Ух ты. Ага, да, он на граплер. Боже мой. Бля, он все равно поднимается. Он все равно поднимается. Давай, отъехал, братан. Блин, поднимается. Блин, как же ненавижу это. О, ну да. Нормально. Ой, сука, ненавижу этих ноль пингеров. Как же тяжело играть. Ну да, 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 надо тренироваться. Тренироваться, вы скажете, да? Надо тренироваться. Ну, чтобы, сука, вот таких переигрывать. Ну, это ж по-любому. Ну, по-любому же ему 12. Ну, может, 13. Мне с такими тягаться уже крайне тяжело, ребята. Крайне тяжело. Там уже и реакция как бы совсем не та. Ну, ладно. Ладно. Блин, ну хочется прям реально везде полетать. Вот во все места слетать. Ну давайте на этот раз, наверное, на градирне. Я думаю, на градирне. Все-таки такая знаковая лока. И яхта, блин, еще ж яхта есть. И там босс какой-то. Давайте, наверное, сперва на градирне. А там уже разберемся, посмотрим, как... Как, что будет? Вау, блин, ну у меня до сих пор переполняют эмоции. Это просто офигеть. Я во второй главе Фортнайта. Это просто капец. Как так? Так, а со мной кто-то летит? Да ну, неужели со мной вообще никого не будет? Чё? Серьезно? Охренеть, со мной ноль человек? Чё? Никто на дальние локи не летает? Наверное, все сейчас на Snoop Dogg падают. Блин, ну верстаки это прям лютейшая. Прям лютейшая темка. Какой плюс вайб? Ух, смотрите, что здесь лежит! А, что это? О, да! Бомба! Ее величество! Let's go! Коробки тоже плюс вайбик как будто. Так, не, ну обязательно надо сгонять на яхту. Обязательно надо сгонять на яхту. Просто хотя бы посмотреть, что там вообще. Как там, кого там, чего там. Я не помню, с яхты, по-моему, был какой-то перемен... Да, вот он. Так, и можно? А, что, просто? А, это не работает как туалет уже. Ну ладно, как портал не работает. Блин, ну зона уже пошла. А что на яхте? Ну ладно, давайте сейчас чекнем. Может, что-то полезное. Ну тут бот. Да, тут боты. О, что? О, стоп. Постройка? Здесь кто-то есть? Кто-то был? Подожди, блин. Я не верю, что здесь кто-то и был. Какой-то тип. Да-да, потанцуй, потанцуй. Че, куда он тэпнулся? А куда этот мяускул тэпнулся? А чё он, сука, тэпнулся и всё? Нихера себе, он ускопнул, что ли? Он меня наускопнуть собирался? Где ваш босс? Не, реально, где босс? Почему он просто пропал? Чё за бред? Куда мяускул делся? И он просто исчезает и всё, типа? Его нельзя уже всё залутать? Наверное, нельзя. Это очень странно. Кстати, вот, рифты. Это как будто бы новая тема, да? Теперь можно в... типа расставили рифты, наверное, рандомно они появляются в каких-то локах, откуда... Ну, типа, с краешку, да? Вот это, кстати, плюс вайп. Как будто прям реально плюс вайп, плюс вайп. Ух ты, там за дерево. Автоматы за дерево, охренеть. Автоматы стоят, где продается за дерево, а не за золото. А стоп, и золота нет? Подожди. А, и золота, походу, нет. О, тихо. Что у нас здесь? Он с ботом сражается, охереть. Что? Это его бот, что ли, или в чё? Блин, что? Это чел его нанял, что ли, этого мяускала, поэтому он у меня не... А, чел его нанял, походу, и он тэпнулся. Охереть.
Что? Так это что, ну блин, ну в зону надо так-то. А вот бежит уже, а, ё-моё. Офигеть, вон он его мяускал. Что это? Боже мой, тип реально походу нанял бота, и он от него тэпнулся просто. Вот почему у меня его не было. Вау. Так, две помпы мне не надо. Опа, вот это, по-моему, супер жесткий ган. Это, по-моему, самый жесткий ган, который есть в игре. Боже мой, 9 ремейн, просто куда я еду? На такую бурю 9 ремейн, ну блин. Это, конечно, кринж, но я надеюсь, это чуть-чуть выровняется. Может быть, я наберу ран на какой-нибудь элите, я не знаю, хотя бы там на элите, может на даймонде, может на чемпионе, нормальные лобби будут. Аирдропчик. Кстати, что из аирдропов выпадает, мне интересно. Ну, реально зафармим аирдроп. Астралистные ограды, боже. Охренеть, где я просто? Мама, я дома. Мама, я вернулся домой. Ай, с аптечка. Сюда. Сюда. Мне нужен граплер. Так, а кто-то открыл мой аирдроп. Я собирался его открыть. А, вон оно что. Блин, слушайте, ну... Ух ты, там барил, типа... Ой, ёб твою мать, чё так много? У него, блин, у него этот Мидаса. Жёсткий ган. Пусть на тебя нападёт кто-нибудь. А, ну это бред, но оно сквозь постройки всё дрегает. Тихо, 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 тихо. Ну ещё и граплер. Как же ты сбесишь. Мимо, блин. Это обидно. У меня 20 хп. Ну какая сука. Почему на него никто не нападает? Я почти его переиграл, блин! Я почти его переиграл! Какие же шоты сочные регает, офигеть! Сколько у него хп осталось? Какие же сочные шоты регает с помпы, боже, как это приятно. Был бы у меня какой-то мувмент, я бы мог его реально переиграть. Наконец, 30 хп оставил, 30 хп, ну чуть-чуть добить, если бы я хотя бы один шот попал. Если бы я попал просто один шот со своего этого калаша мифического. Блин, это прям приятно играть. Даже вот несмотря на то, что я проигрываю сейчас, просто ну вот такие... Ненавижу таких игроков, но их хотя бы можно переиграть. Вот с этим лутпулом, с этим всем можно их переиграть. Просто давать им такие сочные шоты по голове, что они просто... А чел вообще похер. Чел вообще похер, он просто дальше идет на пролом. Жалею, с ракетницы не попал в него. Это было бы эпично. Так, ну все, ластовая. Не хочу перенасытиться этим всем, ребята. Ластовая каточка, мы летим в колкие ключи. Let's go. Колкие ключи, старая добрая лока. Так, давайте сюда, в дом. О, мне снова выпали. У тебя ничего нет, бро? Блин, обидно, ничего не нашел. Ноль лута. Так, ну, мне остался помп. Дайте помп, пожалуйста. О, граплер.
Блин, теперь мне аптечка нужна. О, но! Блин! А, сука! In that moment that he knew, he fucked up. Какой же, блин!